Привет, я Ваня Мандарин, и сегодня вам расскажу, какие качества меня бесят в людях. Именно меня бесит, когда люди полностью на понтах и общаются только с крутой и четкой молодежью. Смотри, мне 5-й айфон из Америки только с конвейера привезли. Зацени, смотри. Вот. Да. Смотри, он полностью сенсорный. Едет, детка. Да, вообще. Ненавижу выпендрёжников, которые строят из себя крутых, а на самом деле конченые лохи. Очень странно, когда люди совершают неадекватные поступки. С одной стороны, это смешно, а с другой очень тупо. Чё, неадекватные поступки снова в моде, да? Смотрите, у меня тут марихуана дома растет. Да, я наркоман с неадекватными поступками. Да. Не, ее надо есть. Вот. Ее надо есть, а не ку. Ее надо есть. Да. Только потом выплевывать. К гопникам я отношусь нейтрально, если, конечно, они не пристают и не просят дать позвонить. Братиш, у меня кончились сигареты. Братиш, ты че? Ты куда? Братиш, дай позвонить, ну срочно надо. Не, не уходи, братиш, ну сейчас, подожди. Ну дай позвонить, братиш. Слышь, ты чё? Ты куда побежал? Братиш, стой, ты чё? Это были те качества в людях, которые бесят меня больше всего. Давайте так, это видео набирает 1000 просмотров, и я выставляю следующее, новое видео. На влоги просмотры не влияют, так как влоги выходят строго каждые 2 недели. И мой вопрос на сегодня, какие качества в людях бесят вас? Напишите, пожалуйста, в комментариях внизу. Пока, масяне, кисы. Всем пока.